Всем привет! Сегодня проводим с вами видеообзор на такое приложение, как обзор, двоеточие, Кияни. Данное приложение находится в категории «Новости и погода» в магазине для Windows 8.1 «Профессионал». Мы рассматриваем только топ бесплатных рубрик, потому что не вижу смысла качать что-то, то есть мало ли оно нам не понравится. Открываем его. Что мы видим? Мы видим скриншоты, описание, возможности, все на русском. Одна оценка, пятерка. Потом поддерживаем языки только русский. И приложение от этого же автора. Нажимаем кнопочку «Установить». Пускай устанавливается наше приложение. Посмотрим, чем же таким оно нас может удивить, порадовать и вообще, как бы, что оно собой представляет. Установилось приложение, открываем его. И что мы видим? На Майдане зажгли тысячи свечей в память о погибших героях, да? Разные, различные такие новости. Что мы тут видим? Различные новости, в принципе, удобно. Можно ли дальше клацать? Нет. Только нужно выходить из заново клацать. Ну, в принципе, удобная штука. Разные новости. То есть, очень, мне кажется, подойдет. И если бы я жила в Киеве, по-любому бы скачала и читала бы конкретно новости о моем городе. Так что давайте... Макиевчанин, дончанин, всех, короче, делайте такое же приложение. Все, так выглядит приложение обзор двоеточие Кияни. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще много чего интересного. Пока-пока.